Hasbro – крупнейший производитель игрушек, а также всем известных настольных игр – Jenga, Nabucco, Edo, Twister, Monopoly и многие другие. В каждом доме найдется хотя бы одна коробка с настольной игрой от Hasbro. А во многих кафе и антикафе Москвы и Санкт-Петербурга есть своя коллекция настольных игр Hasbro, и их любители часто собираются там, чтобы поиграть. Но стоит потерять всего одну маленькую, но ключевую деталь, и вся коробка становится бесполезной. Это часто случается и дома, и особенно в заведениях. Представьте, вы собрались с друзьями поиграть в игру, но из-за отсутствия одного маленького кубика планы на вечер пришлось поменять. Конечно, вы расстроитесь, и все чаще и чаще будете выбирать другой способ развлечения с друзьями. Чтобы этого не происходило, мы запустили специальное мобильное приложение для Hasbro игр. Внутри собраны все основные элементы игр, которые теряются чаще всего. Песочные часы. Пищалка для табу. Лист подозреваемых и улик Клуэдо. Рулетка для твистера. Счетчик очков для любой командной игры. И, конечно же, все виды игральных кубиков для монополии и других игр. Пользуясь нашим приложением, любители настольных игр также смогут узнать о новинках от Hasbro ссылками на места продаж. Но как рассказать этой аудитории о выходе специального приложения? Для этого мы обошли все основные антикафе, где люди часто играют в настольные игры. Для каждой коробки мы подготовили специальные вкладыши и разложили их именно в тех ячейках, где лежат нужные, но пропавшие детали. Как результат, мы получили 50 тысяч установок приложения и спасли не одну сотню вечеринок. И теперь никакая мелочь не сможет испортить вам игру.